Здравствуйте, мои единомышленницы и единомышленники! В этом видео я хочу поделиться с вами схемой вязания вот такого интересного структурного рисунка. Это ромбы в сочетании с шишечками. Он достаточно объемный, смотрится очень даже симпатично. Где бы я советовала применить? Ну, конечно, можно связать целое плечевое изделие, допустим, свитер или пуловер или жилет. Нужно только учитывать одно обстоятельство. Не вяжите из пряжи толстой и плотной. Что имеется в виду? Имею в виду шерсть, какие-то смесовки, которые сами по себе являются нелегкими, скажем так, да? Хорошо будет смотреться на вспушенной альпаке, наверное, этот рисунок, если вязать полностью изделие. Или же что-то такое вот легкое, воздушное, например, махер на шелке, да? Можно вот поэкспериментировать. А в большей части я бы рекомендовала вам просто использовать данную схему и данный рисунок как дополнительный элемент, украшающий ваше плечевое изделие, друзья. Да, это немаловажно. Хочу еще сказать, что пряжи понадобится в 1,5 раза больше, если бы вы, допустим, вязали изделие просто лицевой гладью. Да, достаточно много идет пряжи и большой расход на этот рисунок, но тем не менее, я думаю, что он заслуживает, такая красота заслуживает и большое количество пряжи. Покажу вам сейчас изнаночную сторону. Так выглядит по изнанке. И это лицо. Я сейчас вяжу жилет, на котором именно этот рисунок является центральным, в таком вот темном фиалковом цвете. Сейчас я буду вместе с вами попетельно вязать образец и сделаю его в светлом цвете, чтобы вы понимали, данный рисунок смотрится одинаково хорошо как на темном фоне, так и на светлом. Ну и давайте покажу вам саму схему. Не пугайтесь, схема у меня от руки. Сидела здесь сейчас, вырисовывала. Можете сделать скриншот и сохранить. И я вам буду показывать каждый ряд. Вместе провяжем с вами именно первый раппорт вертикальный, да? Все, надеюсь, вы сфотографировали. Конечно, можно было бы ограничиться схемой на 10 петель, потому что раппорт этого рисунка равен 10 петелькам. То есть вы будете набирать количество петель на свое изделие или уже, допустим, учитывать при вязании какого-то отдельного элемента на вашем изделии количество петель кратное 10. Понятно, да? Но я сделала немножко больше, у меня здесь получилось 15. Вот. Что касается вертикального раппорта, первый раз, когда вы будете вязать, первый раппорт у вас составит в общей сложности 17 рядов, а после 17 ряда вы возвращаетесь к третьему и вот начинаете с этого места, с третьего ряда вязать до 17. В общей сложности у нас получается раппорт равный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 рядам. Почему я так ненадолго задумалась? Потому что на своей схеме я указываю только ряды, которые мы с вами вяжем по лицевой стороне. Да, друзья. Почему? Потому что по изнаночной все достаточно просто вяжется. Там, где были изнаночные, мы с вами вяжем лицевые петли. Там, где были лицевые, мы с вами провязываем изнаночные. Ну, в процессе самого вязания я вам это буду все показывать и рассказывать. Прежде я советовала бы вам распечатать эту схемку, чтобы вы могли достаточно легко ориентироваться во время вязания. И она была у вас перед глазами, да? Ну, а сейчас приготовьте, пожалуйста, спицы и ниточки. У меня есть ниточка, вот такая светло-песочного цвета, и спицы. Сколько петель необходимо набрать? Теперь смотрите, я буду набирать сейчас для образца 30 петель основного рисунка, плюс добавлю по одной петле в начале и в конце, которые я буду провязывать изнаночными, ну, чтобы выделить этот рисуночек на контрасте, и плюс по одной петельке кромочных, итого в общей сложности я сейчас наберу для образца 34 петли, что советую проделать в принципе и вам. Набираем классическим способом. Первые две считаются за 2 петли. И поехали дальше. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Петли наши набраны. Я специально поставила повыше свою схему, чтобы было хорошо видно на камеру. Ну а вы можете свою схему поставить на какую-нибудь подставочку. Итак, друзья, ряд номер один. Снимаем первую кромочную. Кстати говоря, я хочу сразу вам сказать, все петли я провязываю за переднюю стенку. Как лицевые, так и изнаночные, и кромочные в том числе. Но вот в процессе вязания все вам покажу. И напоминаю, для образца в начале я вяжу одну изнаночную. И в конце у нас перед кромочной будет одна изнаночная. А теперь далее пошли по схеме. Что у нас по схеме? 3 изнаночные. Вот эти черточки обозначают изнаночные, вертикальные – это лицевые. Ну, в принципе, здесь, наверное, понятно, да? Вяжем с вами. 1, 2, 3. Теперь у нас идут 4 лицевые по схеме. 1, 2, 3, 4. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее 3 изнаночных. 1, 2, 3. Последняя, предпоследняя, вернее, петля, она тоже вяжется изнаночной, не по схеме. Помним, да, это дополнительный. И кромочную провязываю за переднюю стенку лицевой. Разворачиваемся с вами на изнаночную сторону. И у нас будет ряд номер 2. Как снимаю кромочную? Обратите внимание. Переношу петельку на правую спицу, и нить у меня уходит от меня наружу. Все, она как бы провалилась между петелек. Вот так я всегда вяжу свои кромочные. И далее мы смотрим, там, где были изнаночные, на изнаночной стороне вяжем лицевыми. Вот эти косички. А там, где были лицевые, мы на изнаночной стороне вяжем изнаночными. Вот, вот эти вот бугорочки такие горизонтальные. И все, даже считать ничего не нужно. Видим косичку, вяжем лицевой. Провязываем. Видим такой вот бугорочек, провязываем изнаночный. Я почему это все так досконально объясняю? Потому что хочу, чтобы эту схему совершенно спокойно вязали не только мастерицы, которые давным-давно держат руки спицы в руках, но также новички, которые, в принципе, недавно только научились вязать и хотят связать такую схему. Все, друзья, давайте провяжем самостоятельно ряд номер 2 до конца. Провязали, осталась одна кромочная, и я повторяюсь, провязываю за переднюю стенку, разворачиваюсь на лицевую сторону, снимаю первую кромочную и приступаю к вязанию ряда номер 3. Ниточка ушла от меня наружу, помним, да? В самом начале и в самом конце на нашем образце будет по одной изнаночной. Вот мы провязали, а далее мы вяжем по рисунку. Согласно нашего рисунка, ряд номер 3, мы с вами сейчас будем приступать к разведению грани нашего ромба, да? Вот у нас есть ромб, и мы будем разводить его грани в стороны, а потом сводить. В процессе вязания вы это поймете, когда увидите первый результат. Провязываем с вами 2 изнаночных, а теперь делаем перекрест петель. Вот, друзья, в этот момент можно воспользоваться дополнительной спицей, если вам так удобно. Я экономлю свое время и поэтому снимаю петельку, зажимаю между спицей и пальчиком, провязываю 2 лицевые, а теперь ввожу левую спицу через заднюю стеночку вперед, поднимаю нашу петлю, вывожу ее обратно и делаю такой вот перекрест. Провязываю ее изнаночной. Провязала. Теперь снимаю 2 лицевые, зажимаю пальчиком плотно-плотно между спицей и пальчиком эти петли, провязываю 1 изнаночную,
Поднимаю на лицевой стороне обе петельки и провязываю лицевыми. Вот, начинается разведение граней в этом месте. Теперь провязываем по схеме 4 изнаночные. Опять повторяем наш ромбик. Снимаем одну петлю, зажимаем между пальчиком и спицей, провязываем 2 лицевые. Поднимаем через заднюю стеночку петлю и выводим ее наружу, делая тем самым перекрест. Провязываем ее изнаночной. Снимаем 2 лицевые, зажимаем между спицей и пальчиком, провязываем одну изнаночную и собираем наши петельки обратно. Вот, провязываем лицевыми. Еще одно разведение грани другого ромба. Вот они. Вот так это выглядит. Теперь опять у нас идут 4 изнаночные. И повторяем все сначала, друзья. Сняли петлю, зажали, провязали 2 лицевые. Поднимаем ее через изнаночную сторону наружу, перекрестили, изнаночной провязали. Снимаем 2 лицевые, зажимаем между пальчиком и спицей, провязываем изнаночную и поднимаем наши петельки. Провязываем лицевыми. И в конце у нас остается 3 изнаночных плюс 1, 2 изнаночных плюс 1 петля изнаночная нейтральная, да, которая вяжется не по рисунку, кромочная. Все. Друзья, развернулись на изнаночную сторону, внимательно посмотрели и помним, да, как провязывать петли. То есть там, где косички, будут лицевые, там, где такие вот бугорочки, будут изнаночные. И самостоятельно провязали ряд номер 4. Ряд номер 5. Снимаем кромочную, провязываем 2 изнаночных, одна из которых просто нейтральная для фона. Теперь, друзья, продолжаем развод наших граней в стороны. Что для этого делаем? Правильно, делаем перекрест петель, как и в предыдущем третьем ряду. Сняли одну, провязали 2 лицевые, поднимаем через изнаночную сторону изнаночную, провязали ее изнаночной. В центре нашего ромбика уже есть петельки изнаночные, мы их провязали. Снимаем 2 лицевые, провязываем одну изнаночную, подбираем по лицевой стороне 2 петельки, провязываем лицевыми. Вот, друзья, мы с вами формируем грани ромбика. Симпатично? Очень даже. Ну и далее смотрим по схеме. 2 изнаночные по центру. Одну снимаем. Провязали 2 лицевые. Поднимаем петельку и провязываем тоже изнаночной. 2 изнаночные по центру ромбика. Снимаем 2 лицевые. Провязываем одну изнаночную. Поднимаем петельки, провязали лицевыми и далее 2 изнаночные. Если для вас это слишком быстро, не волнуйтесь, поставьте видео на паузу, еще раз пересмотрите и свяжите этот ряд или предыдущий, или следующий в своем темпе. Возможно, я слишком быстро говорю, но я стараюсь медленно. Далее, ромб номер 3. Вот мы 2 уже с вами сформировали почти. Остается третий ромбик в этом ряду, в пятом, да? Снимаем петлю, провязали 2 лицевые, поднимаем изнаночную, провязали изнаночной, провязали 2 петли центральной ромбика изнаночными, 2 сняли, 1 изнаночная и подняли эти 2 самые петельки. Все, в конце у нас остается 2 изнаночные и 1 кромочная. Отлично. Ряд номер 6 вяжите самостоятельно. Смотрим, да, на рисуночек и вяжем лицевыми и изнаночными. Ряд номер 7. Снимаем одну кромочную, одну нейтральную провязываем изнаночной. Разводим дальше грани нашего ромбика. Для чего снимаем одну петлю? Провязываем 2 лицевые. Поднимаем нашу петельку и провязываем ее изнаночной. По центру у нас уже идут 4 изнаночные. Видите, сколько уже петелек здесь стало? Отлично. Теперь провязываем, снимаем, вернее, 2 петли лицевые. Провязываем одну изнаночной. Поднимаем наши петельки, провязали лицевыми.
Далее снимаем одну изнаночную и провязываем 2 лицевые. Возможно, вы немножечко будете путаться в самом начале, но не переживайте, друзья. Когда потренируетесь, набьете руку, и у вас будет все получаться. Понятно, да? Вот наши грани ромбика сводятся. В следующем ряду мы с вами будем уже делать перекрест в этом месте, чтобы сформировать такую вот сеточку. Вот такой перекрест будем делать. Вяжем дальше. По центру у нас идут 4 изнаночные. Теперь у нас снимаются 2 лицевые. Провязывается 1 изнаночная, поднимаются лицевые петельки и провязываются лицевыми. Снимается 1 изнаночная, провязываются 2 лицевые, поднимается 1 петелька и провязывается изнаночной. И по центру у нас еще 4 изнаночные. Теперь снимаем 2 лицевые, 1 изнаночная. Поднимаем лицевые, провязываем. В конце у нас нейтральная изнаночная и кромочная петелька. Все, посмотрели, что получилось. Красота! Разворачиваемся с вами на изнаночную сторону и самостоятельно провязываем все петли по рисунку. Договорились? Это будет ряд номер 8. Ряд номер 9. Друзья, вот в 9 ряду нам с вами необходимо будет сделать перекрест из 4 петелек и помимо этого связать вот такую шишечку. Вы сейчас посмотрите и удивитесь, почему здесь у нас шишечка немножечко смещена. Но на самом деле здесь практически нереально сделать по центру эту шишку, а на изделии она смотрится достаточно симпатично и вообще этого незаметно, да? Вот посмотрите, она выглядит по центру, так что не переживайте за этот момент. Мы сейчас с вами это все дело провяжем, и вы на своем образце увидите и убедитесь в этом. Итак, что мы делаем далее? Ряд номер 9. Ряд номер 9. Снимаем кромочную, провязываем 1 изнаночную. Вот для чего мы с вами ее вязали, видите, чтобы отделить грань ромбика. Вот для этого мы с вами связали в образце. И когда вы будете вставлять где-либо элемент этого рисунка, пожалуйста, сделайте 1 или 2 петельки с каждой из сторон для выделения этих граней, чтобы они у вас не сливались с основным, с каким-то рисунком. Понятно, да? Приступаем. Провязываем с вами 2 лицевые, теперь 3 изнаночные. Далее у нас по схеме идет вот такая вот шишечка. Как ее связать? Показываю. У меня на канале, на моем Вяженка, есть отдельное видео, но поскольку мы сейчас свяжем в комплексе ромб и шишечку, конечно, вам покажу, как это дело связать. Смотрите, правую спицу вводим в спицу, которая, в петельку, которая находится на левой спице, набрасываем ниточку и вытягиваем вот такую одну петлю. Теперь, не снимая, никуда не отодвигаясь, вводим правую спицу за другую стеночку петли, набрасываем и вытягиваем вот такую петельку. Возвращаемся к передней стеночке и набрасываем ниточку, вытягиваем третью петельку. Вот они, 3. Возвращаемся к другой стеночке, вытягиваем петлю, получается 4. Возвращаемся к передней, набрасываем 5. К задней стеночке 6. И последняя, 7-я, заключительная, за переднюю стенку. Вот 7 петелек. Теперь, что делаем дальше? Вводим левую спицу во все эти петельки. Они у нас оказались между двух спиц, да? Набрасываем на правую спицу ниточку. И аккуратненько протягиваем через все петли. Вот она, протянули. А теперь смотрите, вытягиваем левую спицу. Все. Но это еще не все. Нужно нашу шишечку зафиксировать. Для чего? На изнаночной стороне, вот в этом месте, мы с вами делаем дополнительную петельку. Вот мы ее поднимаем таким образом. Провязываем ее изнаночной. Провязали. И через нее перекидываем первую образовавшуюся петелек от шишечек. Вот так. Раз. Все.
Вот, друзья, теперь наша шишечка ни назад не уйдет, ни вперед, она зафиксирована. Далее провязываем по рисунку 2 изнаночные. А теперь делаем перекрест петель. Вот этих самых. Вот, покажу вам прямо здесь на нашем основном полотне. Вот, вот этот перекрест будем делать. Как его делать? Снимаем 2 лицевые, зажали между спицей и пальчиком, ну помним, да? Провязываем 2 лицевые, поднимаем наши петельки и провязываем тоже лицевыми. Вот он наш перекрест петель, вот смотрите. Симпатично очень даже. Следующий ромб, и мы с вами должны сейчас тоже связать шишечку. Еще раз вам медленно покажу для усвоения. Ну, а третью буду вязать уже гораздо быстрее, чтобы сэкономить ваше время и свое тоже. Провязываем 3 изнаночные по схеме. В следующей петли мы делаем набор дополнительный. За переднюю стенку петли, которая находится на левой спице, мы вводим правую спицу, делаем накидывание ниточки и вытягиваем. Вот, раз. За заднюю стенку набросили ниточку, вытянули. Два. За переднюю набросили 3, за заднюю накидываем 4, за переднюю накидываем 5, за заднюю 6 и за переднюю 7. Вот 7 петелек. Далее вводим спицу левую во все эти петли, и они у нас оказались между двух. Набрасываем на правую спицу ниточку. Аккуратненько ее вытянули и все петли с левой спицы сняли. Все, раз, готово. Что делаем дальше? Фиксируем. Под петелькой в этом месте делаем дополнительный набор петли. Провязываем ее изнаночной. И через нее перебрасываем предыдущую петельку. Вот так. Все, мы ее зафиксировали. Вот две наши шишечки. Провязываем 2 изнаночные. Далее у нас идет перекрест петель. Сняли 2 лицевые, 2 провязали лицевыми. Поднимаем по лицевой стороне и тоже провязываем лицевыми. И опять у нас будет третья шишка в третьем ромбе. Ну, здесь давайте я немножечко быстрее провяжу, а вы уже в своем темпе. 3 изнаночные и наша шишечка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Все, сейчас я их между собой соединю. Вот так. Подниму петельку под нашей шишечкой. Провяжу изнаночной. Перебрасываю через нее одну. Провязываю 2 изнаночные и заканчиваю этот ряд номер 9, друзья. В конце 2 лицевые, это петли нашего ромба, нашего грани. 1 изнаночная и кромочная. Все, развернулись на изнаночную сторону и самостоятельно провязали ряд номер 10. Да, кстати говоря, вы сейчас спросите, а какой петлей провязывать шишечку? Друзья, лицевой, как и все остальные, лежащие рядом с нею. Далее у нас идет с вами ряд номер 11. Смотрите, мы теперь будем с вами формировать далее ромб, да? Будем теперь грани, которые мы с вами разводили, сводить до кучи. А между ними будет формироваться уже следующий ромбик, да? Следующий ромбик. И вот на что я обратила внимание. Я, друзья, свою схему не дорисовала. Вот так-то. Сейчас давайте вместе дорисуем. Вот в этом месте будет еще одна шишечка в следующем ромбе. Вот видите, как они идут? Раз, два, раз, два, раз, два. То есть берем и дорисовываем. Раз, два, три. Вот в этом месте будет еще одна шишка. Перефотографируйте, пожалуйста, схему. Ну что, ну так случилось. И приступаем к самому процессу вязания. Кстати сказать, вот в этом ряду номер 17 шишечка будет и в самом начале, да, вот здесь. Тоже дорисовываем. Вот так. Вот теперь все шишечки наши на месте. Вы спросите, нужно ли внизу делать? Нет. При расстановке, вот у меня, допустим, в начале я не делала здесь. Здесь не нужно. Итак, ряд номер 11.
Как я уже сказала ранее, мы с вами теперь сводим грани нашего ромба. Сняли кромочную, провязали нейтральную изнаночную. Теперь смотрите, снимаем 2 петельки. И как вы догадались, провязываем сейчас изнаночную. Поднимаем эти петли и возвращаем их обратно. Провязываем лицевыми. По центру вяжем сейчас 4 изнаночные. Теперь снимаем одну петельку. Провязали 2 лицевые. Поднимаем с изнаночной стороны петельку, возвращаем вперед и провязываем ее изнаночной. Вот. Вот у нас уже начинаются сводиться грани ромба к центру, да? Вот таким образом. Далее мы с вами сняли 2 лицевые, провязали одну изнаночную, подняли наши петельки и провязали лицевыми. 4 петли по центру изнаночные. 1, 2, 3, 4. Следующую петельку снимаем, провязываем 2 лицевые, подбираем снятую петлю, вернули на место и провязали изнаночной. Теперь снимаем 2 следующие петельки, провязываем 1 изнаночную, поднимаем петли и провязываем лицевыми. По центру у нас опять идут 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Снимаем следующую петельку, провязываем 2 лицевые, поднимаем петлю, провязываем изнаночной, нейтральная изнаночная и кромочная. Все, друзья, ряд номер 12 провязываем самостоятельно по рисунку. Ряд номер 13. Продолжаем с вами сводить грани нашего ромбика. Сняли кромочную, провязали 2 изнаночные. Снимаем 2 лицевые, зажимаем, провязываем 1 изнаночную. Поднимаем наши петельки, провязываем лицевыми. Вот так, да? Теперь по центру 2 изнаночные. Снимаем 1 петлю, зажали 2 лицевые. Поднимаем петельку, провязываем ее изнаночной. И по центру 2 изнаночные. Вот они, грани нашего ромбика сходятся уже по центру. Далее сняли 2 петли, провязали изнаночную, поднимаем петельки, провязываем лицевыми. По центру 2 изнаночные, 1 петельку снимаем, провязываем 2 лицевые, подбираем петлю и провязываем ее изнаночной. Далее опять у нас 2 изнаночные, да? То есть у нас, видите, формируется уже следующий ромбик. Отлично. Сняли 2 петли, провязали изнаночную, подняли петельки, провязали лицевыми, по центру 2 изнаночные, сняли 1, провязали 2 лицевые, поднимаем эту снятую петельку, провязываем изнаночной. И в конце у нас остаются 2 изнаночные и кромочная петля. Ряд номер 14. По изнаночной стороне провязываем самостоятельно. Ряд номер 15, друзья. Нам осталось совсем немножко, буквально 3 ряда по лицевой стороне. Итак, провязываем. Снимаем первую кромочную, провязываем 1, 2, 3, 3 изнаночные. Сняли 2 петли лицевые, это у нас грани нашего ромбика, провязали 1 изнаночную. Поднимаем петельки, провязываем лицевыми. Далее снимаем 1 петлю, провязываем 2 лицевые. И подбираем нашу петельку, провязываем изнаночной. Вот наши грани уже соединились в одном ромбике, видите? Вяжем дальше. По центру все изнаночные. Это 1, 2, 3, 4. Далее снимаем 2 петли, провязываем 1 изнаночную, возвращаем наши петельки, провязываем лицевыми, снимаем 1 петлю, провязываем 2 лицевые и подбираем нашу изнаночную. В принципе, ничего нового. Далее вяжем по рисунку. Теперь посмотрели. Все правильно, все правильно. Двигаемся дальше. Снимаем 2 лицевые.
Провязываем одну изнаночную, поднимаем петельки, вяжем лицевыми, снимаем одну петлю, провязываем 2 лицевые и подбираем, провязываем петельку изнаночной. Далее довязываем все петли нашего ряда до конца изнаночными и кромочная. Ряд номер 16 по изнаночной стороне давайте провяжем самостоятельно. Ряд номер 17. Друзья, смотрите, сейчас мы должны с вами сделать 3 перекреста петель основных. Вот в этих местах. 1, 2, 3. А также вновь сформировавшихся ромбиках мы должны с вами связать шишечки. Здесь 1, 2. Ну, давайте здесь вначале свяжем одну, да? Вот для примера. Я вам покажу. А дальше уже буду вязать быстренько. Как определить, в каком месте вязать здесь шишечку? Значит, отсчитываем 2 изнаночные. 1, 2. Значит, вот эта петелька будет у нас шишечка. Поехали. Ряд номер 17. Кромочную снимаем. Провязываем одну изнаночную и делаем шишку. Помним, да? За переднюю стенку подняли петлю. За заднюю. 2. За переднюю. 3. За заднюю. 4. За переднюю. 5. За заднюю. 6. И за переднюю 7. Все. Теперь аккуратненько мы эти петельки соединяем между собой спицами, протягиваем одну, снимаем и фиксируем. Помним, да, каждый раз делаем фиксацию. Это обязательно, потому что если мы этого не сделаем, шишечка наша может провалиться на изнаночную сторону. Все, друзья, сделали. Далее провязываем 2 изнаночные и делаем перекрест петель. Помним, да? 2 сняли, зажали пальчиком, 2 лицевые провязали. Поднимаем эти петельки и тоже провязываем с вами лицевыми. Провязали. Теперь 3 изнаночные. 1, 2, 3. Далее формируем шишечку. Помним, да? За переднюю стенку 1. За заднюю 2, передняя 3, задняя 4, передняя 5, задняя 6, передняя 7. Но у меня сейчас вот более такие крупные спицы и пряжа, а когда вы будете вязать из более тонкой пряжи, все это будет смотреться гораздо миниатюрнее и симпатичнее. Я специально взяла такую вот крупные спицы и крупную нить, чтобы вам продемонстрировать. Все, шишечку сформировала. Провязываю 2 изнаночные и еще один перекрест. Вот такой же, как в первом ромбике, делаем здесь. 2 снимаем, 2 лицевые, 2 поднимаем, провязываем тоже лицевыми. Далее мы должны провязать 3 изнаночные. 1, 2, 3. И еще одну шишечку. За переднюю 1, за заднюю 2, за переднюю 3, за заднюю 4, за переднюю 5. За заднюю 6, за переднюю 7. Друзья, это практика. Только с практикой вы научитесь вязать быстро и шишечки, и сам ромб. Вот, сформировали и зафиксировали. Аккуратненько. Все, отличная работа, прекрасный результат. Теперь провязываем 2 изнаночные. И еще один перекрест. Посмотрели, что тут у нас получается. Симпатично очень даже. Снимаем 2 петли, провязываем 2 лицевые и еще 2 лицевые. Так, до конца. Мы не будем здесь формировать еще одну шишку. Принцип я вам уже объяснила. Провязываем просто изнаночные. Друзья, сейчас самостоятельно провяжем с вами ряд номер 18 по изнаночной стороне. Договорились, да? Провязали. И теперь, друзья, мы с вами приступаем к разведению грани нашего ромбика вот в этих местах, да? То есть возвращаемся вот к основе. Как делали мы здесь, так и здесь разводим. Я вам покажу начало. Весь ряд не буду провязывать, смысла в этом не вижу, да? Провяжите самостоятельно, без меня. Так, вяжем изнаночные. 1, 2, 3. Одну изнаночную до грани ромбика мы не довязали.
Снимаем, провязываем 2 лицевые, поднимаем эту петельку и провязываем изнаночной, да? Вот мы формируем еще один ромбик, который был у нас в начале самом. То же самое проделываем с другой стороны. Сняли 2 лицевые, провязали 1 изнаночную и подобрали лицевые. Все, давайте теперь этот ряд провяжите самостоятельно. Ряд мы с вами довязали. Я рассказала, что делать дальше, да? Вот с третьего ряда опять мы начинаем. И вяжем далее. Ну, сейчас вот этот ряд номер 19 был рядом номер 3. Вот от этого места мы с вами отталкиваемся. Друзья, что я надеюсь, что сам принцип вы сегодня поняли. Я, во всяком случае, постаралась объяснить и попетельно провязать вместе с вами. Я желаю вам легких петелек, чтобы у вас тоже получался такой красивый, шикарный, дорогой рисунок на ваших трикотажных изделиях. Если это видео вам было полезно и понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Ну и что? По традиции говорю, до новых встреч. Пока-пока!